Бывает так, что супруги не могут поехать в отпуск вместе. И тогда кто-то остается дома, а кто-то едет отдыхать. Алло, Стасик! Ну как ты там один на курорте? Скучаешь? Ну, конечно, мужику на курорте без жены и заняться-то нечем. И извелся от одиночества. А ты просил тебе еще 60 тысяч прислать. Это на что? Курортный сбор повысили? Совсем извелся в одиночестве. Все время плачешь по мне. Стас, так я же тебе по скайпу звоню. Ну ты видеокамеру включи, хоть увидимся. Давай. Стасик, а чей это лифчик на кровати? Твой? Главврач прописал прогревать грудную клетку? Грелки туда кладешь? Я смотрю, он тебе еще чулки и стринги прописал. Это ж как мужика-то продуло. Стасик, а почему у тебя вся спина расцарапана? Просто не в катышках. Это ж какие катышки крупные, он до крови разодрали. Стасик, а что-то мне кажется, что у тебя за спиной какая-то женщина. Это картина на стене Джоконда? А что она моргает? Это скайп глючит? А что за мужик в трусах с гитарой зашел? Это главврач? А почему он говорит, пора вмазать? А, мазь от радикулита. А чё это за женщина на диване лежит? Медсестра? А почему она не в белом халате, а в чулках в сеточку и красном белье с перьями? Это новая форма медработника. Как же наш терапевт Фёдор Степанович будет в таком по вызовам-то ходить? Стасик, а почему у медсестры в руках бокал? Это физраствор? Ты глянь, как она физраствор глушит. Огурцами закусывает. Стасик, может, у меня что-то с глазами? Ну, по-моему, Джоконда закурил. Это скайп глючит? Ой, ой! Ой, а что за девка на столе танцует, догола раздевается? Это инструктор по лечебной физкультуре. Учит, как закалять организм. А что главврач ей 1000 в чулок сунул? Премию выдал. Стасик, Стас, а ты номер свой покажи, ну, в котором ты живешь. Ну, камерой поводи. Ага, ну, хороший номер, светлый. А чё за баба в ванной плавает? Санитарка готовит лечебную ванну? А чё она сама-то там сидит? Проверяет температуру воды? А чё она тебя туда зовёт, а сама не вылезает? По новым правилам безопасности в ванной должен находиться сотрудник, чтобы спасти пациента, если будет тонуть? А чё она стонет, о мой котик? У нее кот подох, она не может забыть. Бедная женщина. Стасик, что-то до того скайп глючит, что мне показалось, что Джоконда выпила с горла бутылку физраствора, икнула и выпала из картины на пол. А что главврач говорит? Стас, там тёлки в ресторане ждут. Стадо забрело в ресторан. А ты самый храбрый в санатории, кто может их прогнать? Иди прогони, Стасик.
Ты молодец. Вон другие мужья поедут отдыхать, пьют, гуляют, а ты умница. Я тобой горжусь. Лечишься, лечебную физкультуру делаешь. Молодец. Что говоришь? Мне видеокамеру включить? Да мне-то зачем? Я дома тебя сижу на кухне, жду. Ну ладно, включаю. Где мужики? Это картина на стене, 33 богатыря. Почему голые? Они по сюжету из моря вышли, разделись. Стасик, а давай так. Ты себе спокойно лечишься в санатории, а я тебя дома на кухне ждать буду. Буренька, а как-то я не готова. Я на двоих только накрыла. Извините, а что же ты меня Боря, не предупредил? Скажи ей. Боря, ну что такое? Как же я не ожидала. Как? Ну скажи ей, Господи. Боря, я не понимаю ничего, Боря. Боря, я не понимаю, что такое? Короче, Боря хочет сказать, что она от вас уходит и теперь будет жить со мной. Такого мужика проморгала. Ой. Боря сказал, что мы с ним завтра уезжаем в Куршавель. Да, да, да. Это Боря так избу в деревне называет. Там и куры, там и щавель. Да ладно. Боря меня любит и дарит мне подарки. Боже мой. Какая, какая прелесть, боже мой. Ай-яй-яй-яй. А я думаю, куда котик мой пропал? Куда? Рыжик мой. Это лиса. Ты же сказал, что это лиса. Боря. Лиса? Это лиса. Лиса. И вообще, мы пришли забрать Борино имущество. Все. Боря. Забираем мы все. Мы все забираем. Отдай. Пожалуйста, вот оно. Все Борино имущество. Вот, пожалуйста. Вот это имущество. Да, а вот это, милая девочка, Борины лекарства. Идите поближе. Это надо записывать, запоминать. Это от холецистита. Это, значит, вот от маразма. Это от панкреатита. Это от гастрита. Это клей Боречкин для зубов. Да, это капать надо ему в уши, это капать в нос, это капать в горло, а это, извините, вот сами знаете что. Это кальян. Ну, допустим, это кальян. Подожди, Боря, какие лекарства? Ты же мне сказал, что ты спортсмен, что у тебя разряд. Был разряд. Был у Боречки разряд. 220 его шандарахнуло. И вот после этого, я об этом как раз таки забыла, вот после этого он пьет вот Виагру. Значит, Виагра супер, Виагра форте, Виагра супер форте, мега взрывная сила, и ничего не помогает. Знаете что? Зато Боря умный. Он разговаривает на 12 языках. Да, я знаю, Боречка разговаривает на 12 языках сразу, когда выпьет. А, Боренька, а, давай, давай, мой дорогой, иди сюда на запах. Давай, давай, махани. А, давай, Борюня. Давай, давай. Ну? Уэм ли тука? Какое матажуе лати гилардо? Уэкидо хартику нам дожи. Туту тарти мабаку чукаларти. Уэкид сарим пуэй ни блэй. Ди крис сарим пуэй ни блэй. Су лэк фэй ку ди бабу джин. Су лэк фэй ку ди бабу джин. Je la fais à mes facteurs, à mes revêchir à la cutie, ça fait happy cupé qui carré. Хлопцы, шо вы вытворяете? Ну иди, хлопаты, возьмите, возьмите, давайте, скрутку голову. Да.
Боря, почему ты пьешь? Ты же мне сказал, что ты не переносишь алкоголь. Боречка не соврал. Он не переносит. Он не может переносить. У него руки дрожат, бутылки падают. Остальные другие переносят ему, а Боречка пьет. А мне все равно нравится Боря. Этот мужественный подбородок. Этот стальной пресс. Это копна волос. Кстати, о волосах. Извините, это на мои деньги купленные. Это мое. Правда так хорошо? Зато брови у меня свои. Да, брови у него свои, особенно левая. А как же он так зимой ходить будет? Он же померз. Нет, Боречка, у него есть приданое, он в этом плане в порядке. Боренька, давай покажем, давай, мой дорогой, давай, давай, давай. Ой, ты мой заинька. Смотри, вот в этом Боречка поет в хоре ветеранов. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. А вот в этом Боренька выступает, на Масленице. Давай. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорю, что юрюсь, только мне не верится. Да, а вот в этом Боренька по электричкам цыганит. Куда тебе копеечку на бензин? Мы с мамой пришли, у нас разбитую. Кто есть, собирай денежку. Пожалуйста, дайте, пожалуйста. Не надо злобиться. Давайте все, что есть. Большое спасибо. Да, а вот в этом Боренька у нас танцует. Давай. Но это еще не все. Вот это самый главный у нас паричок в этом. Боренька у нас клеит дам. Давай. У меня сегодня такое радужное настроение. Когда я впервые увидел вас, я погиб. Ваша амплитуда вашей походки, линия вашего бедра. Может быть, придумаем что-нибудь вместе? Ну, может быть, сходим ко мне в мою холостяцкую берлогу, если что, ты плачешь. А что он завис-то? Нет, вы не думайте, он в порядке, ему не совсем недавно поставили электросимулятор, там немножечко проводок, он, знаете, коротит, это надо сделать так, вот это, раз, и все. У меня сегодня такое радужное настроение, когда вот я впервые увидела... Нет, смотрите, девочка, смотрите, вот так вот, раз, у меня все. Сегодня я так радужное... и делаю. Да нет, совсем да по-другому, так ты учи, Господи, боже мой. Да ты что, я его теперь все время буду вот так мотылять? Да. А это уже, милая девочка, не моя проблема. Боречка теперь весь ваш. Совет вам да любовь. А у меня с этого дня начинается совершенно другая интересная жизнь. Нет, теперь тебе туда. А я пойду поспаю. А мне-то ты такой зачем нужен, а? На кота своего забери, а я-то нафуфырилась. Ой. А лекарство я заберу. Виагру оставь. Я сейчас сделаю виагру. На, покури. Куршавель!
меня сегодня такое радужное настроение? Когда я впервые увидел вас, я был пленен. Амплитуда вашей походки, линии вашего бедра, может быть... Нет. Игорь, без парика ты мне нравишься больше, честное слово. Хотя неважно, в парике ты, без парика. Главное, Игорек, что публика неистовствовала. Публика неистовствовала. А сегодня так оно и было. Этот номер посвящается пережившим самые страшные катаклизмы. Извержение вулкана, цунами, торнадо или ремонт квартиры. Добрый день, дорогие мои друзья-строители. Я хозяйка квартиры, где ваша дружная строительная бригада будет делать ремонт. Дом старый, я беспокоюсь за проводку. Не надо проводку беспокоиться, водка есть? Я о проводах. Ну, поскольку я по профессии искусствовед, для оформления квартиры я выбрала стиль эпохи рококо. А в кабинете у меня будет Пабло Пикассо. Какой Пабло Пикассо? Пабло Пикассо — это художник. Ну что ж, я очень рада с вами познакомиться, увидеть ваши одухотворенные лица. Я не верю, что ремонт — это так кошмарно, это стихийное бедствие. Тем более, что вы мне сказали, что вы профессионалы и легко справитесь с ремонтом всего за 2 недели. Прошло полгода. Вы что накосячили, ироды? Я просила увеличить площадь ванной комнаты. Ну не за счет же лестничной клетки. У меня теперь через душевую кабину лифт проходит. А что это за статуя в коридоре? Я не заказывала статую. А это прораб в цемент упал? Так, Узурбек, я вас просила наклеить фотообои. Я вам дала 2 набора. Шедевры живописи для гостиной и герои сказок для детской. Ну вы же все листы смешали. Он теперь Иван Грозный убивает Винни-Пуха. Даная лежит голая с айболитом. Мадонна кормит грудью старика Хоттабыча. А чё вы зеркало-то так низко прибили? Зеркало надо так, а не так. Я как в полный рост смотреться-то буду? Так, что ли? Пошли на кухню. Узурбек, вот это что на кухне? Я не слепая, я вижу, что плита. Почему гранитная? С надписью «Покойся с миром». Да потому что вы пьете все время. Вы же все выпили, все, что в доме было. Виски, коньяк, текилу, даже стимулятор роста волос. Вот я догадалась. У вас у всех изо рта волосы растут. Кто лепил барельеф древнегреческие боги на Олимпе? Витя, вы? Витя, я понимаю, что вы 10 лет провели на зоне. Ну почему боги на Олимпе сидят в фуфайках на корточках и курят? А это что за разврат? Я просила изобразить панно «Рыбаки на лени». Лена — это река. Вы меня уже довели до того, что я смотрю на картину «Гибель Помпеи» и думаю, господи, так там почти все целое, там можно жить. А не как у меня в квартире. Прошли еще годы. Кто подключил к дверному звонку 220 вольт? Вы говорили, хозяйка, 2 недели, все сделаем.
Узурбеку было 18:45. Кто козла привел? Я сказала, нужен козел, чтобы побелить потолки. Узурбек строительный козел, это подставка такая. Узурбек, я тебе русским языком говорю. Узиндев, зинкай на бара, зин козел идет на. Аркашан, пултон без нас, пана, пултон без. Шайтанова! Бестолковый шахмена! Ишкердек! Вы меня довели, у меня уже башки седые. Будь проклят этот ремонт. Меня выперли из кафедры искусствоведения. Потому что я сказала, что в статуе Микеланджело Давид главное, что руки Давида растут из плеч. А не как у Узурбека, который подключил крану на кухне канализацию. Я муж бросил. Почему у вас краска не закрыта? А ничего так, ремончик. Узурбек. Ишкердык пупсик. Замуж меня зовешь? 18-й женой? Одну минуточку. Но... я же продала свою машину, чтобы оплатить ремонт. А на чем же мы поедем в ЗАГС? А запрягай! Капитан Иванова, 35 лет, разведена. Документы? Не надо права, давай паспорт. Так, штампа из ЗАГСа нет. Ну что ж, разговор у нас будет долгий. Да, пристаю. А где мне еще знакомиться? По интернету. Познакомилась я по интернету с одним олигархом. Назначил мне свидание в Чебуречной на автовокзале. Купил 2 беляша и просил, чтобы я рассчиталась, потому что у него все деньги в офшорной зоне. А ты думаешь, на службе легко познакомиться? Ха. Вчера накрасилась, стою на посту, грудь колесом, а студенты акцию проводили в защиту природы. Поставили прямо возле меня плакат: «Мусор на обочине, позор города». Ты знаешь, все так удивляются, когда меня видят. Говорят: «Девушка, а как вас правильно называть? ГИБДДшница или ГИБДДура?» Ты знаешь, сейчас так трудно встретить нормального водителя. Вот сегодня мужик вез на крыше диван, я его торможу. Он говорит: а что я не могу диван везти? Я говорю: да вези-то свой диван, ну ты хотя бы белье сними и эту бабу, которая там спит. Что за мужики пошли, а? Нет, чтобы пригласить девушку в ресторан, только анекдоты про нас рассказывают. Он сегодня один рассказал. Собаки, бегущие за машинами, это души не прошедших переаттестацию гаишников. А один вообще сказал, что если наносить на карту все места, где гаишники берут взятки, получится самый полный автодорожный атлас России. Ты знаешь, как хорошо, что сегодня я встретила тебя. Такого неженатого, симпатичного красавчика. К невесте едешь? Ну, езжай, урод. Раньше надо было говорить. Капитан Иванова, 28 лет. Козерог.
Какая у тебя красивая машина. И сам ничего. Я давно заметила, мужик всегда похож на свою машину. Вот едет машина, грязная, морда помятая. Мужик такой же. Грязный, морда помятая. Резина лысая, водитель не лучше. Или едет кабриолет. Шикарный, без крыши. Водила тоже шикарный и без крыши. Знаешь, я так устала от одиночества. Так хочется прислониться к крепкому мужскому плечу. Недавно остановила какого-то культуриста. Он вышел весь такой и говорит: «Я что-то нарушил, товарищ полицейский». А я на него смотрю, и так захотелось стать лежачим полицейским. Если бы ты знал, как трудно одинокой, хрупкой девушке на службе. Мы же стоим в любую погоду. Тем летом была такая жара. Я стояла и мечтала, чтоб нам утвердили летнюю форму одежды, трусы и погоны. Асфальт размяк, у меня каблуки застряли. Я остановила мужика, говорю: «Вы не могли бы мне ноги выдернуть?» Он так обрадовался. Говорит: «Я тебе и ноги повыдергиваю, и руки, и башку откручу». Ты, говорит, не поверишь, сколько лет езжу, об этом мечтаю. Баба за рулем — это отдельный кошмар. Говорю: «Девушка, пристегните ремень, он же вас предохраняет». Она говорит: «Ничего не предохраняет, пристегиваю, все равно залетаю». «А почему у тебя на машине не горит одна фара? Это новая модель? Лада Кутузов?» Мы сейчас с Ладами не связываемся. Год назад капитан Семенов остановил желтую Ладу Калину и придрался к техосмотру. Я не знаю, кто там был за рулем, но после этого техосмотр отменили. Знаешь, у меня в детстве жил попугайчик в клетке. Однажды я взяла и забрала у него кормушку, и попугай сдох. Пожалуйста, верните нам техосмотр. Пятнадцатая слушает прием. Мама, не надо сюда звонить, это служебная рация. Уже весь батальон знает, что ты меня в среду записала на эпиляцию спины. Конец связи. Генерал Иванова, восьмиклассница. Ой, бывший муженек. Ну, приветик. И куда мы так торопимся? В ЗАГС. Невеста ждет, опаздываешь. Совет да любовь. Ну что ты, я не собираюсь использовать свое служебное положение. Ну что ты. Просто мне нужно проверить техническое состояние автомобиля. Огнетушитель, СО2, тормоза, страховку, аптечку, давление в шинах, наличие домкрата, знак аварийной остановки, работу ручного тормоза, аварийных огней, стоп-сигналов, люфт рулевого колеса, сход, развал. Все строго по инструкции, часа на два. Да, я стерва. Запомни, если женщина не стерва, значит, она болеет. Знаешь, за то время, что я здесь стою, только один водитель посмотрел на меня ласково, приглашал к себе в гости. Я думала, это любовь. А он говорит: «Просто хочу хоть раз сделать с ГИБДД то, что оно со мной делает 20 лет». У нас в батальоне всего 3 женщины. Я, Прохорова, 47 лет, и собака, которая наркотики ищет. И из всех троих с личной жизнью сложилось только у собаки. Уже 4 раза. Вот, вся моя жизнь. То белая полоса, то черная, то белая. 3 полоски. А женское счастье — это когда 2 полосочки. Где же ты, мой принц, на белом Мерседесе без техосмотра? Я жду тебя на 42-м километре МКАДа.
в любую погоду. Позвони мне. Мой телефон 02. Нина Петровна, ответьте центру управления полетом. Как ваше самочувствие? Да не очень. Мне в этой вашей невесомости ночью в рот мочалка залетела. Слышь, суп, а нельзя мне сюда нормальной еды? А то у меня от этих тюбиков изжога. Просто еду из тюбиков надо выдавливать, а не жрать вместе с тюбиками, как вы. Кто знал? А я еще думаю, что француз с американцем не до конца доедают. Силком их заставляла, так мама меня в детстве, чтоб все нажрали. Нина Петровна, а куда пропали подопытные серые кролики? Вот вообще не знаю. Не в курсе. Они пяют где-то тут. Кто это у вас там крякает? Вы же сказали, придется летать сутками. А уток не дали, я своих взяла. Эту тоже свою взяли? Не, это француз карты продул, теперь каждый час мычит. А почему вы не пускаете американца в санузел? Санкции. Я не зверь. Я ему сказала, Жорж, сыграешь на баяне, пущу. Где он в космосе найдет баян? Это не мои проблемы. Захочет, найдет. Молодец, Жорик. Но надо еще поработать над мастерством. Кстати, отчего американский космонавт заикается? Я нечаянно к нему спиной встала. А что там? Вон что. Это ж со старых запасов. Жора, молодец, но как-то без души. Поработай еще. Центр управления полетом, на встречу с вами прибыла ваша свекровь. Принесло гадюку. Подлетите к видеокамере, чтобы свекровь видела ваше лицо. Вот так? Ниже. Так? Вот так. Ой, что-то меня в невесомости развернуло. Не могу выпрямиться. Мама, говорите, я на вас лежу. Где тебя носит, поросинка? Дома полы не мыты. Муж голодный. Какой голодный? Я перед полетом наварила ему 40 ведер борща. Чтоб через час дома была. Мама, я в космосе. Вон тут еще француз и американец. А, мужа бросила. Живешь с двумя мужиками. Мама, у меня все продумано. Сейчас тебя кирпичом запульну, зараза. Каким кирпичом? Я 100 километров над землей летаю. Не долетит кирпич-то. Ой, что-то у меня от невесомости язык со рта вываливается и руки крутит. Зачем вы мне эту гадюку сюда позвали? Мне и так тяжело не поговорить ни с кем, не на лавочке посидеть. Тупики жрут. Эти двое по ночам спать не дают. Сидят, ключи подбирают. Я же просила о встрече с любимым, с которым судьба разлучила меня уже на полгода. Покажите мне его, а? Я не могу без него жить. Хорошо, смотрите, на экране ваш любимый. Холодец с хреном. Кстати, холодец сварила ваша свекровь. Фу, гадость какая!
Метеорит пробил реактор корабля. Возможен взрыв, и планета погибнет. Надо срочно выйти в открытый космос, достать метеорит. Ну, я пойду. Но скафандр пробит. Вам в космосе нечем будет дышать. Я работала на свиноферме. Я умею задерживать дыхание на 5 часов. Но там кромешная тьма. После повышения тарифов ЖКХ на свет я научилась все делать на ощупь. Но это трудно физически, а вы уже в возрасте. Сейчас по новым законам до 60 лет это еще молодежь. А я тьфу, малолетка. Все, пошла. Вижу метеорит. Тащите. Кирпич. Да бросила свекруха. Это ж как надо ненавидеть. Мужики, а кто глобус в окно выкинул? Это наша планета, Земля. Срочно возвращайтесь на корабль. Да погоди ты. Дай хоть на красоту такую поглядеть. Ответку, эх! А шо мы вчера праздновали? Кругом на полу люди спят. Голова болит. А за кого? Эй, кто вчера на мне женился? Ничего не помню. Помню, пили водку с соком. Сок был добрый. А как теперь моя фамилия? Может, я какая-нибудь Тупорылина? Или Козлоногова Пупко? А, это моя девичья. А где мой второй башмак? А из него жених пил шампанское. Вот я думаю... А если невеста в босоножках? Сколько спиртного пропадает? Правильно, Ирка в сапогах женилась. В ботфортах. Жених сапог выпил и дальше свадьбы не принимал участия. Так, значит, у кого в руках мой туфель, тот мне и муж. Мой муж баба Рая.
А, не, это не мой. Вон мой. Глянь, он его прям в зубах держит. Видать, как пил, так и уснул. А он так ничего, симпатичный. Плохо, что он пудель. Вон девушка лежит с шишкой на лбу. Она букет не место и поймала головой. А я чего кидала, как он стоял в трехлитровой банке и пух. Ой, какой толстый дядька спит. Из одежды только красные семейные бикини до колен. Может, это мой муж? Не, не может быть. Жених, он же должен быть в костюме с цветком. Кто у нас тут в костюме и с цветком? Дед старый. Здравствуй, любимый. Сокол мой бескоструйный. У деда кольца нет. Значит, не он. Тетя Люда спит на полу. Как не стыдно? Женщина лежит на полу. По ней вон все ходят. Вот я на полу никогда не валяюсь. Хорошо, что все гости подписаны с ленточками. Вот это кто у нас? Мать жениха. А ты где, гадюка, притаил? За тебя у меня голова болит. Нам на счастье кидали рис. Она говорит, рис дорогой. Кидайте картошку! А у них картошка сорт богатый. Половина гостей так и осталась лежать возле ЗАГСа. Так, что я еще помню? Помню, был выкуп невесты. У жениха не было денег, он меня взял в ипотеку. На 50 лет. Потом 4 часа не могли разбить тарелку на счастье. А я говорила, что вы купили-то железную? Потом дарили подарки. Вон, сервиз, 6 граненых стаканов. Пандандиальник 3 на 4 метра, семиспальный. А какая зараза подарила мне вон электрическая чеснокодавка? 7 килограмм чеснока в секунду. Чтоб эта зараза сама жрала чеснок с такой скоростью. Потом куклу приматывали на машину. Она так орала. Не трогайте меня, я свидетельница. Покаталась и притихла. А почему у меня жужжит левая грудь? Мама звонит. Мама, а почему я не помню свою свадьбу? Потому что ее еще не было. А я где? Пошла к Ольге на свадьбу, купила чеснокодавку и пошла. А чё я в белом? А, я вспомнила! Мы с невестой танцевали стриптиз. А потом я пошла на улицу, а она мне говорит, чё ты голая-то пошла? Накинь что-нибудь моё! И на башку, а то уши продует!
Я не замужем! Какое счастье! Лет, а я не замужем. Какое горе! Брат-то мой Василий в городе живет. Так запозорил меня. Письма, говорит, Верка, надо на компьютере писать. Чё ты все языком-то конверты наяриваешь? Вот гляди, купила. Самый хороший взяла, самый большой. 700 рублей. Ну, не сразу, конечно, отдала. В кредит взяла. На 25 лет. Ну, больно охоту брату письмо на компьютер написать. А чего свою? Я девка-то головастая, ну. У меня в школе ни одной тройки не было. Одни колы. Так. Включаем. Глянь, как поет. Написал что-то. Добро пожаловать. И вам здрасте. Возьмите мышь. Хорошо, барсик поймал, я подобрала. Чтобы вам было удобно работать на компьютере, положите коврик под мышку. Ну, конечно, другое дело. Найди своих одноклассников. Что их искать-то? У нас вся деревня, одна улица. Пол-литра поставила, и все нашлись. Это что такое? Скайп. Где-то капает, надо крышу чинить. Включите видеокамеру. Ой, какая баба страшна. Вот же ж крокодил, а, господи. Еще чуть лапу. Блянь, наглый, еще платок, как у меня, нацепил. Пользуйтесь Яндексом. Узнайте, что вам надо. Мне молоко парное продать. Как пишется, это парное или порное? Порно. Это что, доярки, что ли? Их самих доить надо. Он мужик какой-то к ним пришел. Наверное, начальник фермы. Ох, как он с ими строг. На что начальник настолько на словах? Ходи, они молоко воруют, что у них так наказывают. Ну ты что делаешь-то, есть мир? Да ну тебя. О, новости. Британские ученые доказали, что шоколад поднимает настроение. Это они что, водку не пробовали? Понравилось фото, лайкни. Хап-хап! Вот гляди, хочешь похудеть на 40 килограмм? Исключи всего три продукта. Жирное, сладкое и съедобное. Чё б ещё компьютер-то спросить? О, новости красоты. Знаешь ли ты, что подтяжки на лице
помогают сохранить молодость. У батьки то есть потяжки. Зеленый, как на морду чеплять. Две сюды. А тут брук, мага. Увеличение груди. Увеличь у нас две груди, третью увеличим бесплатно. О, гороскоп. В этом году разбогатеют рыбы. Вот нахрена рыбам деньги? Чё пишу в компьютере, ты спроси. Лошадь хочу купить. Так что, у меня за баней 400. Там на тракторе никак не упашешь, узко. А на коне можно, пахать-то надо. Конь нужен сильный, выносливый. Так, неутомимые жеребцы. Опять вся ферма вышла. Любишь слушать модную музыку? Качай! Чего не поешь-то? Хочешь, чтобы твои фото глядела вся страна? Залей сюда. Конкурс видео. Хочешь получить приз? Кидай свои ролики прямо сюда. Ролики-то у меня есть. Уж больно охота получить приз. Эх! Здравствуй, брат мой Василий. Как ты мечтал, пишу тебе письмо на компьютере. Ой, как тут тихо, хорошо так. Николаевна. Ой, хорошо. Я, по-моему, перебрала шампанское. Ой, зайка моя, я тебе хочу сказать, что ты не перебрала, ты просто назюзюкалась. Огонь! Чем мне спину так колет? Ай, но ты имеешь право. Сегодня старый Новый год. Да. Ты имеешь право, все и так. Я думаю, что мне спину колет. Это наша Вера Семеновна тут свою коцовейку бабушачью повесила. Видишь? Манту Аксакала. Как можно в таком ходить? Ну, это ж ужас. Просто вязаный апокалипсис. Ты еще, ты еще не видела, что она на ноге бывает. Вон. Войлочный Армагеддон. Лабутены. Знаешь, меня стреляли, я бы такие не надела. Не, я тоже. Я даже в баню вот в этих туфлях хожу. Мать ты молодец! Хвалю. А что это такое? Вот, вот это ее шапка. Вот, вот как можно такое боже вообще? Боже мой, это вообще экстаз пенсионера. Да она еще фу на себе не показывает. Так, она еще говорит, новогодние маскарадные костюмы надо всем надеть.
какой костюм выдала. Он пират. Не, ну, представляешь, я пират. На костюме на лабутену. А мне сказала нарядиться Бабой-Ягой. Тебе, Баба-Ягой? Ну, правда, это глупо. Тебе и наряжаться не надо. Полна тебя. Полна тебя. Знаешь, это все не важно, Мариша. Да. Это все не важно. Важно, для кого вообще наряжаться, для кого этот праздник. В офисе одни бабы. И Федор Петрович, 65 лет. А может, в нарды поиграем? Вот нам бы молодого мужика. Я бы зажгла. О, я как бы я зажгла, ты, боже ты мой. Зажгла. О, слушай, Марина, я слышала, в Новый год, если написать записку и съесть, то все желания сбываются. Да ладно. Давай напишем. Ладно. Так, мужика молодого, 40 лет. На, 25. 25 гулять, лет. Так гулять. Высокого, да. Красивого, да. 1,80 м. Ну, 2 метра. Шикардосного, да, мужика. Да. Все. Да, ешь. Мое тоже ешь. Да жри ты. Да ладно, ешь сама. Тебе важнее. А я 7 лет в разводе, я скажу. Да. Давай. Ну. Ну. Ну и где мужик? Ну, хоть наелась. Это ж этот Порфирий Прошляпин. Это Прохор Шаляпин. Какой красавчик. Марина! О! Марина! О! Марина, как я выгляжу? Да. Да, он любит постарше. Понимаю. И чем старее, тем больше он любит. Коля, за пенсией мне где? Ничего не вижу. Так мне что же за пенсией? Милок, мне что же за пенсией? Мне же 80 лет. А мне прибавочка к пенсии 100 рублей, миленький мой. Мне к столетию 200 рублей добавили. К столетию. Ничего не слышу. Что это дура говорит, молодая? Я ничего не слышу. Не пою, ничего. А посмотри, у меня какая штучка есть. Я вот. Нравится тебе, а? А, красивая. А я ничего не вижу. Бабушка старенькая, отведи-ка хулисту-то меня. Не вижу ничего. Ой, где ж мобильник? Мне ж надо праправнуку позвонить, поздравить с 60-летием. Проша, ты заметила, какой у нее правнук-то? Совсем молоденький у нее правнук, совсем молоденький. А да ему сколько? А я не помню ничего. Проша, меня как гражданскую контузило. Я ничего не помню. Вот и с головой совсем плохо. Не то, что у ею молодой. А меня на гражданскую не взяли. Я же ногу повредила, когда Наполеона от Москвы гнала. Пинками. Вон отсюда. Вон французская морда. А мне Чингисхан руку откусил. Все, нет руки, понимаешь? Ладно. Совсем без рук я брошу. Вот такими зубами да откусил. Вперед, да? Она все вперед, вон у нее рука. А я в пещере жила. Вся мохнатая, без эпиляции. Вышла поохотиться с копьем. Оба, а динозаври-то вымерли. Ну, каждый не
вчера заходил. А я, Прошечка, в саду была, а тут, значит, змея. Сама змея. Так это ты, змея, пошла вон. А мне эта змея говорит, съешь яблочко съешь у мужика своего, накорми. А из играя нас и поперли к чертовой бабушке. Это я чертова бабушка, я. Вот я бабушка, смотри, чертова, смотри, у нее сколько морщин. Да какие-то морщины, Броша. Смотри на мои морщины, посмотри, я сейчас как печеное яблочко. Броша, я вот это трясутся. Мне вообще все трясется. Что у меня трясется, у меня артикулит, Броша. Я совсем не могу ходить, Броша. Вообще вот так хожу, вот так. Ты вещь молодая, а я вообще вот так хожу. Вот так хожу я. А я вообще не хожу, я прям вот так ползу, Брош. Ну, видишь, да, колено-то одно сгибать, а я вот так вот. Дайте полфунта сахару, дайте бабушке. Ой. Что-то я запарилась. Чтоб я с этими молодыми совсем уплакалась. Да ну ее нафиг. Господи, что-то у меня... Слушай, Брош, не... Пойдем к нашим, а? Не в службу. Да, пойдем к старым бобрам. Пойдем. У Федора Петровича мазь есть кипидарная. Да, что-то прям прострелил. Огонь. Прошу, ничего лично. В нарды поиграем. Пойдем. Уже нет. Пойдем. Уже пошли. Пошли. Куда же вы? Куда же вы, прекрасные создания? Кому же я теперь буду дарить свое юное пылкое сердце? Месяц назад я купила абонемент на фитнес. Я не хотела покупать, но подруга уговорила, чтоб она сдохла. Она говорит, на фитнесе ты обретешь здоровье, цветущий вид, а главное, у тебя будут красивые ноги. Я отдала за абонемент 8 000. Думаю, раз такие деньги, буду ходить на все занятия, что там есть. С утра до ночи. Первое занятие была йога. Пришел мужик, сказал, что он дура, гура, и что он научит нас медитировать. Мне дали духовное имя Дхашалава Шмара. Мне сказали, что на санскрите это значит белокрылая чайка. Я говорю, а можно назвать меня по-русски белокрылая чайка? Он говорит, ну что вы Дхашалава Шмара. Я говорю, ну пожалуйста. Он говорит, еще всякая Дхашалава Шмара будет рот разевать. А теперь, говорит, расслабьтесь, лягте на спину. И закройте глаза. Я ору на тебе. Я уже легла так в Геленджике. На диком пляже. Закрыла глаза. Открываю ни золота, ни денег. И вон теперь сынок бегает. Когда шо успели годы? Гуру говорит, сейчас я вам покажу свою главную чакру. Я говорю, нет. Мне... Муж разрешает только на его чакру смотреть. Он говорит, все, учим позу мудра суслика. Поставьте ноги на голову, разверните их на 360 градусов, просуньте подмышками и коснитесь языком копчика. И тут что-то хрустнуло. Меня заклинило прямо в этой позе. В итоге я шла домой не 5 минут, а ползла 6 часов. Пришла домой под утро, муж спросил, где я шлялась, и назвал мое духовное имя. Как он узнал? В общем, после той йоги у меня все болело так, что я не могла шевелиться. На фитнес идти не хотелось.
Но 8 тысяч было жалко. Утром я пришла на бодибилдинг. Тренер сказал, будешь приседать со штангой. Сколько блинов ты можешь выдержать? Я говорю, я на масленицу легко выдерживаю 100 блинов. А если без начинки, то 150. Он мне что-то накрутил, положил на плечи, говорит, вставай. У меня ноги выгнулись коленками назад. Он говорит, тебе надо наращивать мышечную массу. И дал мне книгу «Питание бодибила». А в книге написано, что спортсмен должен питаться не жирами, не углеводами, а белками. Ну, я пошла в парк, где белки, они, зараза, скачут, как блохи. И только поймала. И мужик снизу кричит, женщина, ты зачем залезла на елку? Я говорю, у меня белочка. Он говорит, это понятно. Белочку надо лечить. Я говорю, а что ее лечить? Она здоровая белочка. И тут она меня запалит, цап. Я на землю бряк и потеряла сознание. Очнулась вся в бинтах. Врачи говорят, хочешь жить, месяц лежи, не двигайся. Но 8 тысяч. Утром я пришла на восточное единоборство. Их вел настоящий китайский монах из Шаолиня Иван Петрович Цимбалюк. Он сказал, мы будем изучать боевое искусство ниндзя. Ниндзи, они проникают повсюду и сеют страх и ужас. Я сказала, значит, моя свекровь ниндзя. Меня поставили в боевой спарринг с какой-то теткой. Оказалась наша соседка снизу, которую мы все время заливаем. А я ее не узнала. Она меня узнала. Бой был страшный. Тетка пыталась отгрызть мне руки, чтоб мне уже нечем было открывать краны с водой. В больнице меня загипсовали. Дали костыли. Даже думать запретили про фитнес. Но 8 тысяч! Утром я пришла в бассейн. Тренер сказал, что впервые видит в бассейне инвалида. Но к концу занятия число инвалидов в бассейне резко возросло. Ну я ж плавала с костылями. Не, когда я плавала кролем, брасом, инвалидов было не так много. Но как только я освоила баттерфляй! Инвалиды пребывали с каждым взмахом. Потом в гипс напуздырилась вода. Я затонула, как Титаник. Пока меня откачивали, подбили глаз, вывихнули челюсть, сломали 6 ребер. Но к вечеру я уже обсохла и пришла на бальные танцы. Тренер говорит, а теперь стриптиз-дэнс. Кто лучше всех танцует стриптиз, получит приз. А ты, убогая, даже не суйся. Я говорю, а 8 тысяч отдала? И тут все. Чё ты везде хочешь, ты позоришь наш фитнес-клуб? Подумаешь, какие-то 8 тысяч? Я говорю, вы чё? Я дайте 8 тысяч, а ты пахала, как лошадь.
на морозе, без выходных. Это пол моей зарплаты. И вы что думаете? Какие-то паршивые костыли гипс помешают мне танцевать трип-тиз? Музыку! Победила! И мне дали приз!